Здравствуйте! Приглашаю вас на короткий сеанс ясновидения. Сегодня заглянуть в будущее смогут все, кто рожден под знаком Рыб. В глубокое море своих чувств и фантазий рискуют погрузиться в 2015 году Рыбы. Быть может, на первый взгляд это не очень практично, однако жизнь скучна без виртуального мира грез. Во многом именно благодаря воображению Рыбы в 2015 году сумеют сконцентрироваться на своих планах. Гороскоп Рыб свидетельствует о том, что 2015 год удачен для них и в плане решения текущих вопросов, и для укрепления отношений с близкими людьми, и для любви. Правда, к решению сверхзадач звезды этот знак зодиака совсем не склоняет. Но это и к лучшему. Что может быть важнее ощущения радости жизни, гармонии и душевного равновесия?